Сегодня ноябрьскому школьнику Артему Бойчуку в торжественной обстановке памятный подарок вручала глава администрации Ноябрьска Жанна Белоцкая. Артем стал победителем 47-й международной Менделеевской олимпиады в Ташкенте. Поздравляя талантливого ученика, глава города отметила, что он последовательно идет к своей цели – вырасти достойным человеком, который будет представлять наше государство в будущем. И выразила уверенность в том, что, как и сегодня, в будущем не только родители, но и город обязательно будет гордиться успехами Артема.